20 июня значит, открывается 117-я сессия по правам человека Организации Объединенных Наций, где будет заслушан как раз отчет. И вот с учетом вот этих вот правового беспредела, которые творят и правоохранительные, и государственные органы в отношении просто гражданских активистов, было заявлено, если не будет какие-то приняты действенные меры, значит, то мы, члены комитета Международного комитета «Жанази», объявляем голодовку с 20 июня, вот именно в день открытия сессии. Поэтому вот, я еще раз, получив ответы от всех органов, от парламента, от Генеральной прокуратуры, от администрации, от здесь МВД, ну, фактически это отписка. Поэтому, раз они конкретных мер не приняли, значит, я считаю, и это мнение большинства тоже, это идет неуважение в принципе Конституции, Международного пакта о гражданских политических правах, ратифицированного Казахстаном. Поэтому 20 июня я объявил, как председатель комитета, голодовку. Я держал... Когда аж что вот что сказать? Там аж суши есть тоже? Только да, только вода. Только с крана вода. Все. Это называется мокрая. Улай, ничего не стоило сейчас. Ну вот я говорю, вот мы определимся с учетом вот реальной реакции вот на Памаксу, ну, по Тарауске, которых там изменит на первых меру пресечения под домашний арест. Да? Второе. Юзарик сейчас будут рассматривать дело в апелляции. Два. Сейчас вот приедет с сессии Жовтис. С ним какова вообще, какие реальные ну, не знаю, обещания, действия в отношении неисполнения решений комитета. А решение комитета, он вот что, будет заявлено, что со стороны правозащитной организации, ну, я так понял, что идут нарушения прав, то, что я перечислил, да, и не исполняется еще, самое главное, принятые решения. Это в отношении Бахриджана Тарегожина не исполняется, Джакишева, пошли эти уже 180 дней, ну, в отношении меня половина. Но никаких мер реальных каких-то подвижек тоже нет. Хотя у них еще в запасе 100 дней вроде бы.